Всем привет! Сегодня заехали в Прекуле, хотим город показать, бывший немецкий город. И сейчас мы на станции. Круто! В 1875 году ее построили. Вот и буфет был, когда построили. И водонапорная башня, и зал для ожидания. Она и сейчас работает. Посмотрите, написано. По-русски написано Литовская железнодорожная станция. Поедем. Все, поехали. Приехали, покажем на поезде. Тут с другой стороны жилой дом, что ли, там дети смеются, музыка играет. Немецкое название прилепили. Вот дом, тоже старинный немецкий. Вместе вот в Прекуле каждый год по два раза бывает соревнование по конному спорту. И наша семья тут участвует. Речка Миния. Супер. Прекульский пляж. Препятствия для коней и лошадей. Поломанные. Какое-то сказочное место тут. Деревья старые. Ой, еще больше дерева нашли. Вот такое вот тут, наверное, чтобы его обхватить, 8 человек надо или 9. В лесу пахнет какими-то цветами, не могу найти какими. Очень запах такой интересный очень. Рыба, всадник, жокей на лошади. Вот распогодилось сегодня. Издалека подумал, что ежики. А это листья. Книгушку читаешь. Молодец. Ну это, наверное, писательница Ева Симонатити. Крылатые качели летят, летят, летят. Какой-то тематический парк тут. Все с учебниками, с книгами. Там Ева. Издатели. Работники типографии. О, сова. Вверху прикол. Что-то мне подсказывает, что это были качели. Малуненькую. Мельник. Мельница. А вот и мельник. Смотрю, мы этот парк обошли, были с одной стороны, сейчас с другой. Ай, пчела! Можно предположить, что это учитель с книгой, и дети почему-то с кубиками. Первоклассник. Что это за инсталляция? Вверху знак вопроса, какая-то веревка, ребенок, буква А и книга. Речка Миния. Скорее всего, этому дубу, который вот сейчас упал от старости, это ему был памятник. Поставлен, что он самый старый, может быть, и его государство охраняет.
Один на Ельге мало. А его лошадь купают или коня. Пошатаю. Эвелина тоже тут купала лошади. Пока здесь. Тут все конюшни купают. Это был Прекульский двор. И тут старые конюшни двора. Двор. Это старый центр города Прекуля. Немецкая кондитерия написана. Старых времен еще. Со старых времен. Грожжо студия написана. Это с советских времен осталась вывеска, скорее всего. Студия красоты. Такой чисто немецкий городок. Все ухожено. Балконы, черепаха железная, крокодил. И там что-то посередине. Змея, что ли? Маска есть? Не. Я очень много Никита. Литовский писатель. Старый литовский писатель. Она жила тут, в Прекуле. И ей поставили такой памятник. Наверное, под веществами делали этот памятник. Такой милый городок. Раньше немцы. Немцы жили. Это старая почта. Сейчас там объявление, что ее продают. Или в аренду сдают. Исторический план центра города Прекуля. Такой 3D. Герб. Пишут, что в 1540 году первые упоминания были об этом городке. Это для слепых сделали. Смотри, там какой всадник с рыбой. Вот почему рыба там. Потому что это край рыбаков. Лина говорит, что она в детстве в этом доме жила с подружкой Ренатой. Летом. Да. Я в Паланге у бабушки жил, а она тут вот. Все интересно, но очень люди смотрят на меня, на эту камеру странную. Что я там в руке держу, почему по-русски разговариваем. Тут местные тут интересуются, что мы тут делаем вообще. Подходим к старинной пожарной станции. Была старинная, но была. Реставрировали ее. Только я не понял, где въезд машин. Колбасу коптят. Музей Евы Симонетити. А мы думали, что обычный дом. Отреставрированный. Ага. Был старый. Старый был. Он шиповник как разросся. Как пахнет. Скорее всего, не работает музей. Карантин. Какие? А дерьмо музей? А. Литва край аистов. Тут их они очень много. Она детей кормит. Не видно, издалека видел. Это поставлено недавно. 2000. В 18-м году, в честь столетия Литвы. Старый немецкий мост через речку. Недавно отреставрировали его. Сюда приезжают молодожены
замочки ставить. Навсегда вместе написано. Там тоже лина какая-то. Прекульский костел. Крест на 600-летие принятия христианства. Так получается. Да, да, ямейч. А вот мусорка советская. Я такую помню, были неубиваемые такие.